Итак, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как установить модель для World of Tanks на Mac новый клиент. Я показывал, как сделать это на старом, теперь я понял, как сделать это на новом. В общем, вот у меня есть, я уже скачал прицел, ну мод. Итак, что мы делаем? Ну, заходим в Finder, мои файлы. И вводим res, нижнее подчеркивание, mods. И из моих файлов поиск этот Mac. Вот у нас есть папочка resmods. Выбираем последнюю версию клиента. Вот у меня высвечиваются такие как папочки, файлики. Теперь выбираем, копируем GUI scripts и вставляем их сюда. Вот. В принципе, и все. Давайте я вам покажу, что это не какое-то нападение. Еще зайдем в DevTanks. И вы увидите прицел. И вот вы видите прицел. Причем прицел такой хороший, вот показывает, как я понимаю, массу вашего танка и массу танка противника, ну как говорит вам, стоит или нет. Ну, в общем, это уже не важно. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.